Валентина Донская – потомственная казачка. Петь начала раньше, чем научилась ходить. Идею создать ансамбль поддержали родные и друзья. Слобожане – это коллектив сразу двух династий. В русской песне есть и душа, и содержание. Слова вы слушайтесь. И то, что сейчас на эстраде звучит, порой вообще непонятно ни слов, ни содержания, ничего там нет. Поют какой-то набор слов, понимаете? А здесь все есть, все сложено. И я думаю еще, что у нас это заложено генетически, на генетическом уровне. Потому что вот мы, случается так, что мы иногда поем, там в аудитории есть молодежь. И вы себе представить не можете, как они хорошо принимают нас. Они нас принимают просто на ура. Звонкие шумные фольклорные коллективы сменяли друг друга на сцене, демонстрируя свое мастерство и не только в вокальном смысле, но и художественном. Каждый костюм – отдельная история. Народная песня, да, конечно, она у нас немножечко уходит в прошлое, но мы стараемся ее возродить. Мы занимаемся и с детьми, у нас также маленькие детки поют наши песни. Стараемся прививать подрастающему поколению. Мы занимаемся фольклорным, народной традицией. Вот. Мы в дальнейшем собираемся возрождать все это. Вот у меня есть мои люди, которые со мной вот помогают, во всем помогают причем. И мы в дальнейшем будем развиваться, зовем к себе людей, таких же единомышленников, которые любят свою традицию, ценят ее и хотят, чтобы традиция у нас возрождалась. Фестиваль – это не только соперничество, это в первую очередь обмен опытом и новые знакомства. Для кого-то это первый выход на сцену, а кто-то уже как бравый артист лихо отплясывает свою партию. Я считаю, что этот фестиваль будет, у него впереди большое будущее, потому что вот это Люба, братцы, Люба. И сюда будут приезжать люди, будут делиться своим творчеством. Это самое главное. Голицыно фестиваль народной казачьей песни проходит впервые, но интерес к этому направлению настолько высок, что организаторы планируют проводить его регулярно и дальше развивать фольклорное направление. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».